Всем привет, друзья! Сегодня я пересаживаю гордению жасминовидную. У меня выжили вот такие три череночка. Уже начинают разветвляться и пускать молодые зеленые листики. Такие светло-зелененькие. Выжило у меня, к сожалению, только три череночка. Вот такие красивые, они начинают разрастаться, корешочки. Сейчас мы посмотрим. И на третьем даже у меня появился бутончик. Вот такая красавица. Гордения жасминовидная. Даже один череночек с бутончиком, он наливается, увеличивается в размере и подает все признаки жизни. Что не сказать о материнском растении, которое было куплено, было посажено, скорее всего, 5-6 корешочков. Можете видеть их на данном ракурсе. Я могу их сосчитать даже. Вытаскивала я из горшка их. Они уже не подавали никаких признаков жизни, ни корни. Вот только один беленький, совсем один единственный, я вижу корешок. И вот здесь тоже один единственный маленький корешочек. Но я уже не могла ждать. У меня завелись мошки в данной посадке, которую я делала тоже на видео. И никаких признаков жизни она не подавала. Корни все сгнили, к сожалению. Вот такие они усохшие стволики. И только вот два маленьких беленьких. И я не буду их оставлять. Уже не буду на них тратить свою энергию. Я думаю, что их стоит все выкинуть. Эти корешки совсем не жизнеспособные. Конечно же, можно их оставить, посмотреть, что же будет дальше, но я не буду этим заниматься, так как у меня вся надежда вот на эти три великолепных зелененьких красавца. Вытащила я и хорошо промыла горшок вместе с керамзитом и буду сажать грунт для азалий. Хочу пока оставить вот эти два в горшочках. Череночка. Эти два череночка я оставлю пока в горшочке. В горшочках, а в который в стаканчике я планирую пересадить вот сюда. Хочу вам показать, какие выросли корешочки на этом растении. И дальше я сама пересажу уже вот в такой рыхлый грунт для азалии. Он тут с песочком. Выглядит он обычно. Черная такая торфяная земля, подкисленная. Здесь написано, что pH от 4 до 4,5. В эту же землю я уже сажала череночки. Вот эти два данных череночка, они посажены в эту землю. И неплохо разрастаются. Один только у меня в агробалте синим, агробалт С вот этот, и он собирается зацветать. Тоже, в принципе, он принялся, дал корешочки. Эти, к сожалению, я выкину, не буду уже с ними проводить эксперименты. Никаких жизненных признаков я не вижу. Немножечко только парочку беленьких корешочков, но на них тоже надежды особой нету. Ну, к сожалению, придется с ней расстаться, как бы мне не было больно и печально. Я ее выкидываю. Давайте же посмотрим, что у нас внутри стаканчика. Как же у меня разрослась гордения за это время. Кто следит за моей гордыней, хочу вот показать вам и
заодно пересадить побольше объем, хотя бы одно растение, которое вот так хорошо разветвилось. Давайте же посмотрим корневую систему. Максимально аккуратно я хочу вытащить из этого стаканчика, чтобы не повредить корешочки. Субстрат у меня заранее увлажненный. И будем потихонечку вытаскивать. Очень тяжело она извлекается из стаканчика. Так, будем очень аккуратно смотреть, что же здесь внутри. Вот это у нас дренаж. Корневая вполне себе неплохая. И уже даже корни вросли в пенопласт. Вот так я оторвала. Прям вросли в пенопласт. Можете посмотреть, корешочек остался в пенопласте. Я буду аккуратно извлекать. И посмотрите, какая корневая система должна быть у здорового череночка. Беленькая вся. Чуть-чуть даже слегка зеленоватая. И я буду ее пересаживать в большой горшочек, так как она достаточно быстро оплела комочек. Но земля рыхлая и рассыпается. Буду максимально осторожно пересаживать ее в данный горшочек. Земля спрессовалась немножечко. Я ее рыхлю. В данном видео я это делала без перчаток. Я вообще не хотела на видео снимать эту пересадку, но так получается, что в прямом эфире я решила все сделать. И пересадочку, и показать вам корневую систему вот данной гордении. Те две тоже я планирую пересадить, но в меньший горшочек. Это объем 1,3 в данном случае я пересаживаю. А те где-то в литровый горшочек я в ближайшее время также пересажу. Я не буду сильно полно набирать горшок, землей заполнять. Сделаю углубление небольшое и буду потихонечку вставлять гордению. Сильно уплотнять землю я не буду, чтобы она была рыхлая. Максимально аккуратно мы это сделаем, пересадочку. И остальные я уже буду пересаживать не на камеру, более меньший объемчик. Будем следить теперь за этими детками. К сожалению, материнское растение погибло. Я надеюсь, что здесь мы увидим корни молодые, красивые, здоровые, белые корни. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Всем всего доброго. Мира, добра, здоровья, хороших людей на пути. Пишите комментарии. Всем пока-пока.